А спонсор этого видео канал Данил Артс, который делает крутые интро. Вы можете у него заказывать себе интро. И, кстати, мое интро делал именно он. Советую обращаться к нему, да и просто зайдите, посмотрите интро, не пожалеете. А всем здорово, с вами, как обычно, Мистер Сафари, и сегодня мы поиграем в Spin Tires. Да, очень на канале я вообще не снимался, читай, на канал Spin Tires, но в Стиме теперь можно добавлять моды из мастерской прямо в Spin Tires. И за это, то есть, не будут мультиплеер тебе закрывать. И полигон добавили карту, на которой мы сегодня как раз будем тестировать все это. Но, к сожалению, одно но. С друзьями вы с модами не сможете поиграть в Spin Tires. Потому что если вы вставите любой какой-то мод в комнату, то есть создадите комнату и туда ставите непроверенные моды разработчиками, как я понял, они если не проверенные, то вам не разрешают идти в мультиплеер запускать. То есть вот это для меня полный бред. Я реально не понял, почему они так сделали, зачем. Добавили мастерскую, но нельзя с другом взять, сесть и поиграть с этими модами, даже если они не проверены. А можно только с проверенными, но их там совсем чуть-чуть, и это как бы не так интересно. Но сегодня у нас будет очень бешеный мод. Я не знаю, он называется тоже очень жестко. То есть вот у меня все моды, машин тут. Как он называется? Он называется вот так вот. 218C7309M. Вот из... I don't even, типа, я не знаю, что это такое, пацан написал. Или как переводится, мне пофигу. Я бы так назвал, я не знаю, что это за говно. Он и сделал УАЗики, но все эти УАЗики с двигателями от МАЗа и разными просто колесами. Это жестко. Ну, вот это, наверное, самые, и вот тот самый нормальный УАЗики, который хоть как-то выглядит. Ну, вот тот еще слева, который от нас стоит. А остальные это ужас просто, я не знаю. Но вы сейчас все увидите, в принципе. Я проведу небольшой по ним обзорчик такой. Вот, оп, уже видите, да, уже видите. Двигатель от МАЗа дает о себе знать, в принципе. Это тихо, его тащит жестко очень. Так, тихо. Блин, у него просто газ, вот я на повышенную врубаю, он... О! О-о-о-о! Тот чё с тобой? Блин, это жесть. Так, подожди. Нет, F1 сюда. Господи, что с тобой было, пацан? Ладно, давайте на пониженную отсюда выйдем, ну потому что на повышенной вы видите, что с ним творится, это полный ужас. Карта полигон, кстати, ее добавили недавно. На ней можно там болото, песчаный полигон. Короче, полный тест для модов можно проводить. Так, давай только потихонечку здесь проедем. Ползет он, кстати, по грязи тоже неистово прям. Ну и короче, что-то типа вот этого. Смотри, сейчас разгонится. И можно теперь в спинке устраивать спокойно дрифт. И вам ничего не помешает это сделать. Оп. Блин, подвеска только у них подвеска отсутствует. Единственное плохое в нем это отсутствие подвески. Так, мы на пятую разогнались максимально. Давайте попробуем дрифт, что ли. Ну, вы видите, да? Что с ним творится? На повышенный стартует вообще. Дикий. Ну что, не будет, что ли? О, крутить начинает. У них когда крутишь вот так, их начинает кидать жестко. Блин, ладно. Будем удалять по одному моду, который уже посмотрели. О, нам попался такой. Но это тоже отдельная тема. Он также газует. О, ну вы видите, да? Но это что? Это просто что-то. Я не могу. Это не моды, это... Колеса вообще от нового трактора К700, который добавили в игру. Это творится полная вообще жесть творится с этими модами. Так, аккуратно. Ить. Вот здесь у нас жесткая грязь, по которой мы можем, в принципе, Воу. Его трясет, конечно, жестко. Просто смотрите, застряли на месте. Типичный УАЗик. На таких колесах просто застряли на месте. Мне вот это больше всего угорает тема. Но зато вот
я заметил читерская фигня, что вот так вот, если ехать на пониженной, то есть, то вы проедете где хотите. Так, ладно, давайте на песчаный полигон выйдем. Я вам покажу. Ну, они, в принципе, все одинаково очень сильно гоняют, но некоторые даже сильнее. То есть... О-о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 -
Вон. Блин, это слишком жесткий. Жесткий транспорт очень. А, может, все дело было в заднем приводе, что не дрифтил у вас. Во-во-во-во. Еще как дрифт. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще как дрифтит у нас. Во-во-во-во, пошел, красава, пошел. Блин, я просто не мог не записать этот мод. Я просто, когда этот мод скачал, и просто прокатился, я долго смеялся очень. И не понимал, что с УАЗами сделал пацан вообще. И поэтому мне дико захотелось записать. А еще у меня есть также... Так, давайте камеру получше сделаем, какую-нибудь такую. Вот. У меня есть еще куча других модов, то есть вот вы можете видеть. Всякие вот такие говножуйцы. Куча всяких татара, всяких. Есть Зилмонга даже, вот такой жесткий. Как раз там, где был у меня Зилмонга. А, нет, это говно. КамАЗ Монго сейчас найду. Я его, наверное, если вы захотите обзорчиков по некоторым вот этим модам, хоть их можно и так добавлять в мастерскую, но вы захотите, пишите в комментарии, конечно же. Ставьте лайкосы под видос. Я пойму, что вам реально это интересно, и вы хотите по ним обзорчики по этим модам, что у меня их сейчас, ну, как минимум, наверное, 60 есть. Сейчас найду, просто хочу показать КамАЗ, как он выглядит. Блин. Короче, ладно. Просто если хотите, поверьте на слово. И если хотите, я вам покажу Зилмонга. На него он служит как эвакуатор. На него можно запихивать УАЗики и возить с собой. Блин, реально доставляет. Так, ладно, с тобой погнали. Разберемся. Блин, он уже здесь дрифтит. Опа! Дрифт какой. О! На! Ну, короче, даже на песок не пришлось выезжать, я вам его показал. Так. Ой. Так, ну это обида. Я даже не помню, какой у нас был. Вот он, появился. Нам прям повезло, я сразу с первого раза угадал. Ого, задняя передача у тебя жесткая, братишка. Оп! Повышка! Ё-моё, просто, я не могу. А водилу там кашабродит, это вообще жестко. Так. Лупили газу. Давай, дрифтеца, дрифтеца выдавай. Во-во-во. На колесах отманой. Отмаза, точнее. Это что-то. Двигатель отмаза, колеса отмаза. И УАЗик становится жестью на колесах. Короче, как так, так, давайте еще дальше. Ну, в принципе, это тоже такой же. И вот такой остался. С обычными колесами. Ну, так говорю, вот это самое более-менее подходит. Конечно, колеса все равно не его, а от Дилка 131. Ну, хоть выглядит более-менее, то есть... Они хоть как-то подходят к нему. Не говоря уже о мазовских там. Еще от Краза или от Урала, чьи там были, не помню. Тоже подходят. Остальные, конечно, это уже перебор. Ай, блин, как же он разгоняется и фигачит просто. Ай, давай, дрифтеца. О-о-о. Гее. Блин, как же он дрифтит? Это просто УАЗ дрифт. Дикие УАЗики просто. Дикие УАЗики гоняют на тазике. Ну что это такое просто? Как разработчик этого мода до этого вообще додумался, я не понимаю. Фига, вы видели, башка сквозь стекло водителя вышла. Просто можем на месте стоять, и у нас будет дрифтить он. Надо. Так, тихо, повышенное. Видите, как его трясет вообще? Это же жестко.
Блин, я просто сижу и бесконечно можно так дрифтить. Ну ладно. Если вам понравился этот мод и вообще это видео, то, конечно же, ставьте лайк. Кто впервые здесь, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, нужно ли снимать, то есть, по каким-нибудь реально таким бешеным модам, то есть необычным, там, каким-то измененным кразом, зилом и все такое, а именно вот какие-то дикие новые машинки, либо просто новые машинки какие-нибудь, вот такие тундры, либо еще что-то, нужно ли по ним вообще снимать, то есть вы пишите, я уже приму ваши заявки и буду снимать. Ну а пока что с вами был Мистер Сафари. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.